Артисты Брестской областной филармонии порадовали слухачёв выдатной музыкой. Концерт стал уникальной з'явой, коли у ансамблевом выканании злучилися классичные и футуристичные инструменты – фортепиано и термин «вокс». Мы приглашены Брестской областной филармонии, она организатор проекта, вот, и мы представляем, можно сказать, это такое сотворчество. И на самом деле для меня тоже это первый опыт игры с терминвоксом и знакомства с этим инструментом. Неповторное излучение инструмента устворило музычный коктейль. Сюрпризом стали переклады творов Рахманинова, Гершвина, Манчини.